Что если взять и попытаться сделать свой собственный лимузин? Да, он будет не так хорош, как арендованный, но тем не менее, ты сможешь ездить на нем хоть каждый день. Эта идея давно посетила мою голову, и сегодня я решил наконец-то ее реализовать. Ну а поможет мне, возьмет на себя бразды правления в создании нашего лимузина. Егорка встрял. Егор, да. Мне кажется, что у нас все получится, потому что мы снимаем это на видео. После этого можем идти работать на разборке. Я работал, ничего хорошего в этом. Это был просто такой отрыв, бегаешь с болгаркой, все поджигаешь, да. Что-то ломаешь, бьешь стекла. Ну да, это веселая работа. Погода начинает портиться. Это будет максимально эпично, когда идет дождь. Пилить тачку болгаркой пополам.